В Новом Уренгое по сравнению с прошлым годом увеличилось число самоубийств. Это стало известно во время окружного семинара совещания. Врачи узкого профиля, специалисты системы образования и социальных служб обсудили суицидальное поведение ямальцев. Выяснилось, что депрессии подвержены жители сельских поселений. Накануне вечером на перекрестке улиц 26-го съезда КПСС и Юбилейная водитель автомобиля Toyota Camry сбил мужчину, переходившего дорогу по зебре. Владелец иномарки с места происшествия скрылся. Очевидцы передали в полицию номера машины. Автомобиль уже найден. Членов общественной палаты Ямала будут избирать по новым правилам. Уже со следующего года поменяются условия ее формирования. Продвигать своих представителей в региональный совещательный орган смогут только те некоммерческие организации, которые работают в округе больше 3 лет.